Всем привет! Меня зовут Яговкина Мария, и я рада пригласить вас на курс в школе Marker School по маркерной живописи «Поэзия города». Мне бы очень хотелось вам рассказать, о чем будет этот курс и как мы будем с вами работать, да, какая у нас с вами будет система. Курс очень объемный, большой, очень интересный, очень полезный. И очень красочный, яркий. Это совершенно другой город, да? Это не быстрый город, это вдумчивый город, где мы с вами прорабатываем все его детали. Работаем над очень интересными, большими, немножко сложными, но все-таки очень классными сюжетами, которые стоят нашего внимания. У нас будет с вами сначала идти перед каждой полноценной работой небольшой кусочек теории, который мы будем с вами отрабатывать на практике. Мы с вами разберемся с цветами, да, будем много говорить про цвет, про цветовые схемы, цветовые системы, поговорим про круг Йоханнеса Итена, нарисуем много каких-то таких схемочек, разберем, как работать с цветом, да, как он влияет на атмосферу нашего изображения, что мы хотим получить, что мы хотим добиться и как это можно сделать с помощью маркеров. Поговорим о том, как подобрать палитру к определенному сюжету, на что стоит обратить внимание. Дальше мы с вами разберем материалы, текстуры, как они рисуются в зависимости от масштаба, от размера изображения, на что стоит обратить внимание. И далее мы, конечно же, с вами отработаем все это в таком красивом сюжете. Поговорим здесь и о фактурах, да, как тут чего передать, добиться, и о композиции. Вот простой такая, простая симметричная композиция, но просто сложность вызывает насыщенность деталями. Да? Все, мы с вами это разберем. Затем мы с вами перейдем к перспективе, потому что город – это всегда перспектива, да? Нужна она. Нужно знать ее хотя бы основы, понимать. Все мы с вами проработаем на примерах, рассмотрим все это. Какая бывает точки схода, линии горизонта, все это мы с вами разберем. Сделаем эскиз к нашей полноценной работе. Вообще мы с вами будем работать так, что сначала будем разбирать референс, делать эскизы, разбираться по цвету, по тону, на что здесь обратить внимание, а уже потом приступать к полноценной нашей работе. Вот. Здесь же у нас будет затронута тема рефлексов, тоже очень классная тема, опять же она связана со светом, с цветом, как это все влияет на окружение, как это изобразить в рисунке. И, соответственно, опять же, после теоретической части у нас будет с вами полноценная работа, где мы все это отрабатываем. Мы поговорим с вами о плановости. Не все так просто, как уже все привыкли, да, что там голубым сделай дали и все. Нет, есть всякие интересные моменты, о которых мы с вами тоже поговорим. И у нас будет такой классный, интересный сюжет. Мы возьмем референс летний и сделаем его зимним. То есть поговорим о том, как можно любой вам нравящийся момент сделать в другом окружении, да, в другом восприятии. Как подобрать цвета, как подобрать какие-то элементы, чтобы можно было не просто перерисовать референс, а создать что-то свое, да, свою картину. И вот мы сделаем как раз такой сюжет. И опять же здесь же поговорим о плановости. Еще у нас будет в теории с вами отражение. Мы научимся строить его подробно, детально. Тоже все я вам объясню, как строится отражение. И поговорим также о художественной ценности отражения, как оно применяется в рисовании. И опять же отработаем на такой вот красивой работе. Здесь у нас также мы возвращаемся к перспективе, ко всему, да, то есть мы с вами прямо вот на протяжении всего курса все это натренируем, чтобы вы все это четко уже понимали. Также у нас с вами будет тема света. Тема выбора сюжета, выбора момента, как это влияет на восприятие, да, как это влияет на подбор материалов, что подходит к такому сюжету, что подходит к другому. Попробуем такие интересные материалы, как капиллярные ручки, которые растворяются водой. Вот. И все мы с вами завершаем вот такой классной вообще просто работой, яркой, солнечной. Здесь у нас с вами будет присутствовать все, что мы с вами проходили. Да? Здесь мы все еще раз повторим, все отработаем, и у нас будет вот такой вот красивый сюжет, такое замечательное завершение нашего курса.
Я считаю, что все могут здесь справиться. Я рассказываю всегда все поэтапно, подробно. Поэтому даже если вы никогда не рисовали, то, ну, возможно, вам будет чуточку сложно, но я уверена, у вас все получится. Вы наберете здесь очень большое количество теоретической части, базы, да, для того, чтобы потом создавать какие-то свои сюжеты, применять это в других вещах. Это не просто пошаговка, да, когда вы просто за мной все повторяете. Тут я рассказываю различные всякие приемы, хитрости и тоже, как вы можете потом это в дальнейшем использовать. И я думаю, конечно, это будет курс полезен для профессионалов тоже, может быть, заполнить какие-то свои проблемы, пробелы, может быть, просто подчеркнуть мою технику рисования, да, мои какие-то приемчики узнать. Это всегда тоже интересно. И я очень жду вас на курсе по маркерной живописи «Поэзия города» в школе Marker School.